Всем добрый день. Хочу сделать горячие бутерброды со шпротами. Вот взяла в маяке. Ну, маяк, светофор. В принципе, одно и то же. Шпроты. Давайте их все посмотрим, сравним. Значит, 68 рублей шпроты из Балтийской кильки. Производитель Москва. Русский рыбный мир. Барс. Делает шпроты из Балтийской тоже кильки. Высший якобы сорт. Кто делает? Кто у нас Барс? Кто у нас Барс? Адрес: Калининградская область. Калининградская область. А цена вопроса 83 рубля. И вот такие дешевенькие шпротики за 37 рублей. Закусочные. Из какой рыбки? Состав: хамса. Хамса. Российская Федерация. Москва тоже. А кто делает? Русский рыбный мир. Кстати, получается вот это вот одно и то же. Только это Балтийская килька, а это хамса. Русский рыбный мир. Ну, давайте сравним их три. И какая будет получше, сделаем из них бутербродики. Открываем. Смотрим по внешнему виду сначала. Балтийская килька. Тоже Балтийская килька. И вот это вот из хамсы. Так, сейчас я возьму хлебушек. Господи. Что у нас здесь? Рыбка очень мягкая. Прям очень мягкая. Такая разлазается прям вся. Малосоленая. Больше напоминает вареную рыбку. С малым привкусом копчености. Малосоленая. Так. Это у нас барс. Рыбка крупненькая. По сравнению с этой мелкой, да, килькой. То есть много мелких. Здесь крупненькая. Такая жесткая. Хотя это тоже килька написано. Но высшего сорта. Здесь натурального копчения по вкусу. Из замороженного сырья. Ну, такая вкусная. В меру соленая. Привкус копчености. Так, ну и здесь вообще рыбка вся разлазается. Она как будто прям совсем переваренная. Рыбка мелкая. И вся вот при нажатии, при надавливании вся-вся-вся расползается. По вкусу малосоленая. Никакой копчености, даже запаха нет. Но это очень мелкая рыбка. То есть вообще вот так вот. Такие мизюлечки. Это хамса. Ну, не очень вкусная рыба. Такой средней вкусности. И вот она при нажатии вся раздавливается, как каша. И по виду не очень. Ну, вкус так себе. Кушать, короче, можно, но не знаю. По мне вот это самое вкусное получается. Ну и по цене она самая дорогая. 83 рубля.
Вот маленькая баночка такая. На втором месте будут шпроты. Вот эти, большая банка за 68 рублей. Она, конечно, тоже мягковата, но бутербродики из нее, допустим, сделать можно. Пойдут. В меру соленая. Вот это самое вкусное. Так, ну что, делаем бутербродики. Так, у нас будет из белого хлеба и с темного. Темный у меня получается вот такой ароматный, с солодом и кориандром. Значит, один мы сделаем с майонезиком, второй я просто смажу маслицем, вот этим шпротным немножко. Второй смажем майонезиком. Булочка, которая... Два вида будет бутербродиков. Значит, где майонезик? Помидорка. Где маслица? Пойдет огурчик. И выкладываем сюда наши шпротики. Ну, сначала балтийскую, вот эту Барс-Калининград. Вот так на бутербродик сверху рыбочку. И здесь тоже. Кто одну кладет, кто две, кто три. Тут по желанию. Как говорится, сколько душе вашей угодно. Нашей душе угодно, чтобы на бутербродике была полностью рыбка. Вот так вот. И сверху сделаем тертым сыром. Так, где у меня сыр? Вот так вот с сыром. И в таком виде будем ставить микроволновку. Делаю две тарелочки. Одна тарелочка с булкой, одна тарелочка с хлебушком, с огурчиком. Так, ну что, вот так у нас получилось. Сейчас отправим все в микроволновку, и будет нам счастье. Такие вкусненькие бутербродики у нас получились. Очень вкусно. Все-таки вот эта килечка Барс, шпротики по цене 83 рубля, маленькая баночка, наверное, 180 грамм там, оказалась самая вкусная из шпротиков. На булочке понежнее. С огурчиком и оно поострее, ну и маленько посоленее. Всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Выбирайте вкусную рыбку для вкусненьких бутербродиков. Всем пока.